кажется, знаю от Декарта. Я точно знаю, что он не будет писать, уже не пишет. Ну ладно. Сегодня у нас распаковка. Купил я себе, значит, все-таки заказал. Смешно. Но на самом деле это не подвижники. Сейчас, секунду. Дальше идем. Так, что там дальше? Как это все вот так поднимать? Куда? Как? Давай на бок попробуем. Как обычно в своем репертуаре пищит. Ну давай дальше с машинкой добираться. Ну тут ее упаковали, конечно. На магнитах же, нет? Да, на магнитах. Как одной рукой снять? Вкладываем старую муку. Вот такая вот штука. Заблок. Почему у нас скрипки тут? Потому что она оторвалась. Ну да, от удара. И кузов, конечно, масштабный, здоровенный так-то. Магнитики. Спереди оторвался, этого страшно. Надо будет приклеить его обратно. Пусть он будет. Так, что включаем? Первое включение. Так. Давай как
Ты волгин фигин, ты внук. Тут так, вот так, да я не смогу. Есть питание. Фигин. Давай посильнее подстрел. Отлично есть. А кнопка вот где? Ой, да. О, что там за код? Что пищит? Пора пищит. Разряжено, что ли? Ну-ка, а вот эти. Гера, Гера. Гера, о, ты где? Он отключен, все одно. Не работает, что ли? Интересно. Ладно, спрашиваю людей. Ты посмотри уже. Почему пищит? А? Вот такая вот штукенка. Это вот подставочка разбита, надо будет под нее подставку делать. Да.